Сегодня хочу рассказать вам о химических пилингах. Известно, что химические пилинги в косметологии начали использоваться очень давно, но они обладали сезонностью. Применение их было связано с сезонностью, а именно применялись в осенне-зимний период. Но на сегодняшний день существует очень много демисезонных пилингов, с одним из которых я хочу вас сегодня познакомить. Это TMC3+ пилинг. Почему я хочу вас с ним познакомить? Потому что он обладает сразу несколькими функциями, а именно за счет своего богатого состава. Богатый его состав включает трихлоруксусную кислоту, которая раньше считалась очень жесткой, опасной кислотой и очень жестким пилингом, то есть срединным пилингом, после которого пациентки вынуждены были отсиживаться дома и ждать реабилитацию после применения этого пилинга. Но на сегодняшний день существует очень много пилингов, которые включают в свой состав трихлоруксусную кислоту, но эта кислота добавлена в состав этих пилингов таким образом, что не требуется длительной реабилитации, даже не требуется никакой реабилитации, никакого периода реабилитации не существует. Это связано с компонентами, входящими в состав этого пилинга, а также с состоянием трихлоруксусной кислоты, которая включена в этот пилинг. Помимо трихлоруксусной кислоты, пилинг включает коевую кислоту, лактобионовую кислоту, липоевую кислоту, витамин С, ресвератрол, демая и органический кремний. Каждый из этих компонентов обладает разными свойствами, которые связаны с эффектом этого пилинга. То есть трихлоруксусная кислота, она бережно повреждает эпидермис и вызывает ревитализацию кожи. То есть восстановление, улучшение качества кожи. Коевая кислота и прочие, миндальная кислота, лактобионовая кислота, липоевая кислота, они отвечают за улучшение состояния кожи в плане пигментации и прочих ее дефектов, таких как морщины и так далее. Витамин С и ресвератрол являются веществами, сильными антиоксидантами, которые восстанавливают микроциркуляцию кожи и восстанавливают повреждение тканей. А демая очень известный состав и компонент в косметологии, который используется для лифтинга, то есть придает моментальный лифтинг. Органический же кремний вызывает выработку гиалуроновой кислоты. Таким образом, при применении этого пилинга, который нужно применять раз в 2 недели, процедура очень короткая, в течение 15-20 минут осуществляется. Процедура не болезненная, не требует реабилитации, а в результате вы получаете свежую, красивую, однотонную, подтянутую и увлажненную кожу.